Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел личный прием в штабе местного отделения партии «Единая Россия». Улучшение жилищных условий, газификация деревни Осакова, организация движения общественного транспорта в Дюдьково, а также строительство поликлиники и паркинга в микрорайоне Гусарская Баллада. С этими вопросами обратились жители округа к главе. Татьяна Вячеславовна пришла на прием к Андрею Иванову не только с просьбой, но и со словами благодарности. Спасибо Андрею Робертовичу за дело, которые мы не могли 20 лет сдвинуть с места. И вот буквально в прошлом году мы получили дорогу асфальтированную от деревни Сакова до деревни Дюдьково. Отвечая на вопросы жителей, Андрей Робертович рассказал, что в жилом комплексе «Гусарская Баллада» будут построены трехэтажный детский садик на 400 мест и большая школа на 2200 учеников. По вопросу газификации Осакова глава обещал провести встречу с жителями деревни, чтобы подробнее разобрать проблему и найти пути ее решения. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».